Дажджливым и холодноватым будет гэты тыдень на Могилёвщине. Синоптики прогнозуют уначы месцами, а удзень на большей частцы территории ападки. Часам нават моцная с навальницами. По информации облгидромета, над республикой находится центр циклона, який принес дажджи. Температура поветра у сераду еще будет в межах 16-21 градуса со знаком плюс. У четверг кратчасовые опадки магчымы навальницы. Дзённая температура 12-17 градусов выше за нуль. Працоўный тыдзень скончыцца кароткачасовымі дажджамі і не надта высокімі тэмпературамі ад 8 да плюс 13 у дзень. На выхадных надвор'е істотна не зменіцца. У суботу пераважна без ападкаў, а вось у нядзелю чакаюцца дажджы з навальніцай і да 16 вышэй за нуль.